День защиты детей – международный праздник. Сотрудники службы судебных приставов в ходе рейда старались заставить должников родителей заплатить алименты. Такой подарок детям. В этом доме аж 3 должника, точнее должницы. Матери своих детей бросили и пустились во все тяжкие. На первом этаже живут 2 сестры. Задолженность одной на обоих детей – около 500 000. Вторая должна ребенку – около 300 000. Пока несовершеннолетних воспитывают в детском доме, матери пьют горькую. Значит, я вам сейчас оставлю требования. Передадите им, что вы явились к нам. А Маринке-то зачем? Она только сидела 2 месяца. Срок большой. Так все равно, алименты что, не надо платить? А зачем? Ну как это зачем? Дети-то не должны? Они не работают и не будут. Какая работа, куда пить надо? Работа. Ну вот, значит, проведем с ним беседу. Сейчас обе горе-мамаши балансируют на грани уголовного наказания. Прокурор в прошлом, должник в настоящем. Этот мужчина уже становился героем нашего репортажа. Своему ребенку бывший сотрудник надзорного органа должен 500 000 рублей. Может, какие-нибудь денежки ребенку внесет? У нас самих денег нет. Ну, сейчас тогда будем арестовывать ваше имущество. Ну, поговорите с супер. Ну, не буду я сейчас ни с кем разговаривать, я приеду на работу, поговорю. Включите здесь, пожалуйста, свет. Да. Сейчас будем производить арест имущества. Вот первое, что вижу, микроволновую печку. Мы сейчас все будем забирать. Звонки бывшей жене и уверение, что самому есть нечего. В арсенале должника стандартные приемы. Когда мужчина понял, что здесь давить на жалость не получается, предпочел не оставлять ребенка от второго брака без завтрака и выкупил за 1000 рублей арестованную приставами микроволновку. Заплатить записанное имущество на месте стало возможным благодаря поправкам в законодательстве. Самостоятельная реализация – это у должника описывается имущество, предварительная оценка судебным приставом производится. Если у него имеется данная сумма, по которой судебный пристав реализовал имущество, он вправе эту сумму заплатить, и снимается арест с имущества. Этот отец-неплательщик уверяет, стал жертвой обстоятельств. Сам он работает и платить готов, но бухгалтера не переводят отчисления зарплаты. А почему вы ко мне не пришли? Я вас предупреждала. Я вам звонил, перезванивал, хотел сказать то, что у меня квитанции все есть, бухгалтера сказали, что у нас какой-то административный отпуск за счет того, что кризис в конторе. Но вы все устроены, вы все работаете, элементы отчисляются, все. Приставы мужчине не поверили и арестовали в доме должника телевизор и мобильный телефон. Этот папаша встретил приставов отборным матом. Его задолженность составляет 400 000 рублей. Угрозы, брань, рукоприкладство. Должник готов на все, лишь бы ни копейки не вкладывать в воспитание собственного ребенка. В дом он приставов не пустил, объяснив, что там живет его новая жена и ее родители. Все вещи в доме их, а с него-то и взять нечего. Вы уволились. Нам сообщили с предыдущего места работы, что вы уволены. Прислали нам остаток задолженности. Вот я пришла к вам, как должнику, спросить, вы куда-то официально сейчас трудоустроились? Я вот вам уже ответил на ваш вопрос. Договор, значит, нужно принести. Принесу. Когда вы принесете? Как трудоустроюсь, так принесу. Все? Отвечайте, нормально отвечайте мне. Вы мне нормально отвечаете? Иди отсюда, надзирательно, дай поговорить-то. Я не хочу там стоять. Ты слышишь, я здесь сиди, прямо здесь расколочу. Попробуйте. Сейчас попробую. Давайте. Где ты? Успокоились. Вспомни о ребенке, заплати алименты. Традиционный рейд, который проводят сотрудники ФССП в первый день лета. Из года в год становится все сложнее получить с должников деньги. Даже перспектива уголовного преследования мало кого пугает. В настоящее время порядка 6800 человек обязаны по решению суда к выплате алиментов. К сожалению, лишь около 5% от данного количества должников выплачивают денежные средства в пользу своих детей в добровольном порядке. Общая сумма задолженности по алиментам в регионе – более 1 миллиарда рублей. Суммы варьируются от 3,5 тысяч до 500 000. От таких родителей подарков на празднику выждать не приходится. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.